Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Фейзен. Мы играем в GTA 5 Online, супергеройская рубрика «Сломанная дорога». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, мы проведем довольно необычный ролик, в котором с Пашей протестируем две супергеройские коллекции тачек. Справа у нас машины Человека-паука, а слева тачки Халка, которые сегодня мы будем выбирать с помощью рандома и преодолевать наше испытание. Ну а чтобы победить, нам нужно проехать по нашей дороге как можно дальше. Кто дальше проезжает, тот больше баллов и получает. Ну а сегодня, чуваки, в нашем ролике сразятся маленькие картинги двух коллекций. Также есть суперкары, форсажные машины, тачки на шести колесах, а также огромные бигфуты. Ну а в конце поиграем за гигантские головы и самих супергероев. Это у нас Человек-паук и прыгающий нереально Халк, который давайте узнаем, кому сегодня достанется. Ну а вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает, смотря этот ролик, ну и крутейшего настроения. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали уже проверять наших супергероев. Чуваки, пришло время узнать, чья же коллекция сегодня окажется круче. Спайдермена, справа тачки спортивные или Халка? Внедорожные, крутые, с большими колесами машины и гигантской подвеской. Ну что ж, начнем мы с первого раунда. Тут у нас два картинга. Спортивный маленький и внедорожный. Ну перед этим, давай Паша узнаем, кто сегодня будет первый выбирать машины и кому повезет. Готов? На камень, ножницы, бумагу. Давай, я готов, тебя сделаю. Сейчас проверим твое везение. Так, стой, дай я загадаю себе предмет. Это у меня будет? Бумага! Я придумал, что у меня будет. Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Бумага! Подсмотрел мои мысли, что подало! Это моя бумага! Это моя бумага! Раз, два, три! Камень, ножницы, бумага! Раз, два, три! Ножницы! Сломал мои ножички! Ну и ладно! Давай, ты сегодня первый, надеюсь, тебе не повезет. Итак, чуваки, спрашиваем для Паши число. Алиса, выбирай ему от 1 до 2. Так, Алиса, называй число 1. Что ты? Пожалуйста. Выбрал число 2. Ой, двойка! Паша, тачка хоть и быстрее стопудово будет, но при этом она медленная. И точнее, ой, какая медленная. Точнее, она низкая, она видишь, поэтому сыпанется. Пуля. Ладно, пуля. Стой, а что у тебя? Смотри, тормози. Он как сел в машину, у него нос сплюснулся для безопасности. Нормально. Ладно, давай, ты сегодня первый, я второй. Посмотрим, как далеко он проедет. Ой-ой-ой, Спайдермен. Раз, два, три, поехали. Давай, башка паучья. Вот. Чуваки, желтый уровень, максималочка. Итак. Ой, колбаси! Чисто предсказал. 12 получается. Ну, у меня, смотрите, желтый я уровень преодолею, потому что у меня подвеска-то внедорожная уже, спортивная. А вот будет у меня синий. Я путаю уже слова свои. Нет, у тебя будет 7 баллов. Раз, два, три, максимальная скорость, погнали. Давай, это же джип. Прикинь, джип для карликов. Оп. Мне кажется, джип. У меня башка в люке. Все. Давай, нет, еду, синий. Давай фиолетовый, давай. Вот и голубой уровень. И чё, зато у меня 16 баллов, чуваки. А у Паши, сколько? 12 на 4 больше. Ну ладно, паркуемся, считаем, запоминаем. И, ребята, переходим ко второму уже раунду. И вот тут, чуваки, идут уже настоящие спорткары. Феррари. Смотри, это реально, это Человек-паук в реальной жизни бы катался на такой Феррари стопудово. А это у нас... Конечно. Халкбастерская машина. Ё-моё. Вот твой, а Халк на такой катался? Я хочу эту тачку. Ну и давай проверим. Я думаю, смотри, тут круче будет, хоть в этой колеса больше, но Феррари. Феррари, она быстрее разгонится и улетит. Халк, нет, я за Халка топлю. Да? Ну... Ладно, давай проверим. Алиса, Паш у нас первый. Выбери ему число. От 1 до 2. Так, Алиса, выбирай число 1, пожалуйста. Сколько? 2. Эй, двойка. Блин. Ладно, двойка. Я хотел спросить у Алисы. Ну-ка, Алиса, выбери мне от 1 до 1. Зачем выбирать? Тут и так все понятно. Число 1. Вы меня озадачили. Число 1. Спасибо, я уж думала не справиться. Ну что ж, давай проверим второй раз, потому я еду первее тебя. Газуй, я тебе сделаю. Но все равно. Но она медленная. Нет, вот это мне не нравится, чуваки. Хотя, мне кажется, Феррари быстрее будет. Ладно, раз, два, три, давай.
Тихо, уйди с дороги, уйди с дороги. Сейчас раздавлю тебя, как букашку тапком. Давай, едем, едем. Давай, едем. Букашка, какашка, ну нет, падай. Скорость маленькая. Ай, нет, 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 нет. Серьезно? Это 19. Я думал, вообще до фиолетового доеду. 19, Паша. 19 баллов, это означает, что я буду быстрее. Ну да, у тебя там сколько будет? Выше, дальше, дальше, выше. Давай, давай. Вот я предсказываю, чуваки, у него вот тут будет, вот тут будет. Посмотри, смотрим, какая скорость. Смотрим, смотрим, смотрим. Что? Нет. Да ладно, да, Паша, ты вот тут, прав. Вот тут. А! Ну, 27 неплохо. Ребята, вы видели? Я четко предсказал, где ты упадешь. 27. 27. Нет, не а. Как так-то, чуваки? Сколько у него баллов? Ну, а такой раунд у нас впервые, чуваки. Это форсаж, да, супергеройский раунд получается. Ого! Два легендарных Nissan Skyline, но один, чуваки, спайдерменовский, то есть человекопаучный, а другой халковский. Я хочу халковский, но нет, а то я хочу халковский. Смотри, по скорости стопудово плюс-минус одинаковый, но тут-то колеса гигантские, поэтому я заберу. Так, у тебя и так баллов много, Паша, подари мне его. Ага, это я ее заберу. Алиса, выбери число для Плейзена от 1 до 2. Пожалуйста, у меня не было еще число 1. Давай. Выпало число 2. А, да! Стопудово, чуваки, давай, вот сразу предскажу, смотрите, это у него будет где-то конец синего уровня, а у меня чисто полная Садись, дорога. Садись, мы едем одновременно. Давай, едем-то. Погоди, а у меня же еще есть ускоритель. Я это сказал. Да, а я вообще забыл про него. Раз, два, три. Стал пукать сильно. Погнали, вот. Потолку. Спасибо. Спасибо. Перезаезд, перезаезд. Это был хороший пуш. Паша, стоять. Давай. До свидули, Спайдермен. До свидули, дедуля. Тихо, тихо, тихо. Нормально, нормально. Вперед! Перелет. Ну, чуть-чуть правее бы. Ну что ж, второй заезд. У Паши-то и так рекорд. Лучше его подтолкнул. 28. Спасибо. Сука, погнали. Давай, 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 Ниссанчик. Давай, 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 давай. Я ставлю серый уровень. Да меня там разбалдывает начало. Вот опять. Тихо, болтает, болтает, болтает. Тихо, тихо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ай, ой. Так, 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 и вот так! Ну куда? Ну я не туда лечу, я в другую сторону! Ну и финальная попытка, чуваки, давайте это сделаем уже! Я не могу, я не понимаю, как им управлять давай, в воздухе! Давай, ты смотришь! Пожалуйста, 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 давай, давай, давай! Контролируем, 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 контролируем! Держись! Давай, так, большой, так, 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 опа! Не улетел. Ну нет! Ты что? Все, у меня, чуваки, по-честному, давай! На колеса 30! Сколько? 2, 32. Ну, кстати, я не так уж и далеко улетел. Вот чуть-чуть не хватило. Больше. Ладно, пока что, чуваки, мы запоминаем наши баллы и переходим уже к четвертому раунду. Ну, а теперь раунд настоящих монстр-троков! Зацени! Пикапы! Я бы себе в реальной жизни отвечаю, хотел бы шестиколесную машину. Либо такую, либо вот такую. Чего? Я бы не хотел. Почему? Прикинь, ты вообще любой бордюр может переехать, вообще по грязюке ехать. Короче, да ты никуда не поместишься. Смысл? Я? Где? Я помещусь где угодно в ней. Ладно. На первом повороте. На первом повороте. Да на изи помещусь. Я даже могу и на лимузине ездить. Ну что ж, давайте узнаем, что достается Паше первому. Я думаю, ну тут, чуваки, очевидно, левая тачка тоже победит правую, потому что у Спайдермена она хоть и быстрая, но очень низкая. Итак. Я верю в Халка. Первое число называем. Итак, итак. От 1 до 2. Алиса, давай вот сейчас число 1. Ты мне не называл его еще. Число 1. Нет! Ура! Да почему? Ну ладно, если мне моя голова не изменяет, она у меня ай, умная была. Голова мешает. О, нормально, в кузове поеду. Короче, если моя голова мне не изменяет, у меня баллов примерно больше, потому что примерный подсчет такой. Но сейчас уже, мне кажется, будет меньше, у меня голова треснула. Готов, тебе хана, смотри на меня. Подожди, а это мой раунд какой? Ты первый? О, у меня, это я первый еду. У меня дырка в багажнике. О, это облегчение специально. Давай, запрыгивай вот сам. Да, дырка в папе. Эй, ну да, как у всех. А у тебя что, нет, что ли? Давай, езжай. Нет, зашили. И левая попа. Все, еду. Ну-ка, а вот так. Опа. Ой! Я что это? Ой! Это что такое? Какая? Паша! Я все видел! У тебя колесо кашляло! Ты не прокололо его! Это не я, это не я! Нет, ничего не знаю, ничего не... Минус 100 баллов! Нет! Оно само! Оно у тебя, я же говорил! Внедорожник плохой! Извините, мистер Калк! Ну-ка!
Чуваки, моя попытка. Давай! Ну, слушай, а он-то не такой уж и быстрый. Сколько? 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 222. Я не вижу. Ну как? Ну как? Что это? Она очень низкая. Она супер-пупер-дупер-мега низкая. Классная. Ладно. Это сила. Давай, у тебя есть вторая попытка, потому что тебя там снайпил в полете какой-то хищник. Итак, какой смотрим. Какой хищник? Хитрый. Ой, впереди колес. Франк, ну-ка, 3, 2. Да сам, не надо. Сколько? Нет. Ну слушай, хорошая машина, я же говорил, да? Ай, падай. Чего? Одну ступеньку не долетел. 34. 34, а могло бы 35. Ну у меня. А у тебя вообще 13. Нет, у меня 222. Ты что, не слышал, что ли? Ну как? Подожди, вот вторую попытку, чуваки, вторую попытку. Вперед! Я думаю, я могу лучше проехать. Вот реально могу лучше. Давай. Ты не можешь. Да могу! Но, кстати, он вообще фиговый, он не быстрый! Ну, кстати! Что такое? На 2 балла больше. Но не такой уж большой результат. Классно, 2 балла. Это самая худшая машина, почти 15 баллов. Ну, Паша 34, ребята. Ладно, я еще отыграю, чуваки. Поэтому идем выбирать следующие тачки. Вот смотрите, я заметил одну закономерность. Мы по очереди с тобой проезжаем дальше. То есть, если тебе повезло, сейчас повезет мне. Итак, что тут? Давай. У Халка Бугатти на гигантских колесах, а у Человека-паука получается Мерседес. Хочу Бугатти на гигантских колесах. Ну, кстати, блин, вот тут я не знаю. Вот тут спорно. Мне кажется, наравне проедут. Итак, давай. Алиса, выбирай число. Мне, а кому мне? Паше первому. От 1 до 2. Я хочу Бугатити, поэтому давай, Бугатти. Выпало число 1. Блинский. Ладно, он на Бугатти. Но смотри, я еду первее, по идее, ну, если сильно разогнаться. Ты посмотри, можно какое колесико хорошее. Я сейчас скину, Паша. Он очень мощный Мерседес. Так, была не была. Мощный? Смотри, офигевай. Стопудовый рекорд. Раз, два, три. Я хочу отомстить кое-кому. Не надо! Паша, а ты в колесо не попадешь, у меня защита. Давай! Ровно. Пошел! Я на секунду... Там ракета пролетела, мне показалось. Там ракета пролетела, Я на секунду поверил, что я доеду до конца, но при этом 30 баллов. Это обалденно хорошо! Ну а теперь, чисто ради интереса, ребята, я посмотрю, так куда доедет Паша. Опа! Давай. Газуй, шлифуй. Ну-ка. Вот, съемка, я видеооператор. Давай, оператор Галка. Опа. Слушай, вообще легко. Паша, нет. Легко говорит. Сколько? Опа. 26. У меня, чуваки, больше. У меня целых 30 баллов. Я ж говорил. Чисто? 30. По очереди. Сначала я, потом он, потом я. Ну, а теперь идем к следующему раунду. Да, это получается у нас, чуваки, предпоследний раунд. Потому что раз раунд, два раунд и три раунд. Финал. Полуфинал. Смотри, тут у нас супергеройская получается машина. Она умеет прыгать. Это я точно помню. Я хочу ее. Она умеет по стенам ездить. Кстати, эту машину. Ой, а если мы приклеимся к ступеньке, мы сможем проехать, интересно? А вот это... Я не знаю. Бугатти, только вторая, уже на другой подвеске. Так, не стреляй. Ну-ка, Алиса, выбирай число для Паши первого, как всегда. От 1 до 2. Я выбираю эту машину. Хочу эту. Куда? Число 2. Как? Почему? Ну стой, она прыгает, она стреляет, но вряд ли она хорошо едет. Давай, этот раунд мы едем одновременно. Ты куда? Она еще ускоряется. Ускоритель! Да, Паша, ускоритель. Давай меняться, я посоветую тебе поменяться. Хочешь, я выстрелю в тебя? Нет, давай, раз, два, три. Бугатти рулит. Ой. Подожди, слишком мощный Бугатти. Давай, газуй. Отпрыгиваю. Я бензин-дизель, Паша, на задних колесах еду. Погоди. Ой. Серый уровень, я упал с машины. Паша. Здравствуйте. Паша, нет. Спасибо. Пожалуйста, лепешка из Флэйзена готова. Нет, ну это что за полицейский стоящий не был там. Так, 30 у меня, 29 у Паши. Но требую реванш, требую вторую попытку.
Может быть, проеду дальше, чуваки, но... Давай! Паша отказался делать вторую попытку. А ты чё? Думаешь, это максимальный твой рекорд? Так, назад. Я сразу выпал с неё. Ладно, раз, два, три, погнали. Оп-оп, надо меньше газа давать. Реально чуть не перевернулся. Смотри, вот тогда я впендюрился, я упал сразу. Вот сейчас я не впендюрюсь и проеду до конца, до конца, до конца. Давай, 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 пожалуйста. Ладно, реально прощай. Давай, давай, веревка наготове. Опа, тормоза. Ала. Чуваки, рекорд, рекорд. Подожди. Мне, если честно, я не помню, когда последний раз я доезжал до конца. Мне кажется, месяца два назад. 35. Ну, чуваки, это у меня сколько? Внимание, ой, сайтуху навернул. 35 баллов получается. А у Паши? 29. 29. Ладно, полуфинал, ребята, остается. Гигантская башка Халка против гигантской башки Человека-паука. Ну, тут, чуваки, тут все очевидно, тут все очевидно. Это победитель, это проигритель. Потому что колесики маленькие, голова маленькая. Маленькое проедет расстояние. Давай узнаем. Да, маленький, маленький. Назови ему число от 1 до 2. Так, называй число 1. 2. Кариес. 2. 2. Ха-ха-ха. Что там? Реально? Он меня выплюнул. Ну смотри, сейчас еду кто? Сейчас еду... А, ты едешь первый. Я ну-ка, еду куда-то. Давай, башка. Дай пирожка. Лысая башка. Давай, телпу. Да. Вперед. Ой, прям приманивает стрелять его в колесо. Я тебе сейчас стрельну. Секрет раскрыт. У тебя обычный Бигфут, Паша. У тебя не башка Человека-паука. А у меня башка Человека-паука. Нет, у тебя Бигфут обычный. Так, так, так. Нет, нет. Нормально, смотри, мы это... Да ладно. Да, а я думал, ты до конца доехал. Ну, пацаны, неплохо. Пацаны, отвечаю, это стопудовый победитель. Погнали. Если я упаду, я буду зубами цепляться за эту ступеньку. Давай, давай. Смотри, давай. Не съешь там. А я съем, а я всех съем на своем пути. Давай, 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 давай. Ну, ну, Халк, ты же Халк. Убирай себе пуговки. Паша, Паша, тихо, сейчас зуб мне выбьешь. Давай, давай. Ой. Чуть не воткнулся башкой в пол. Вторая машина. И 35 баллов. Опа, вот так останавливаемся. Капец. Ну ты понимаешь, это уже два рекордсмена. Ой-ой-ой, то, что попахивает победой в ролике. Но это мы узнаем только после финала. Вы этого ждали всю серию, чуваки. Спайдермен, Человек-паук или Холк. Кто кому достанется? Паша, ты у нас первый. Можете труснять, достанутся. Давай, Халк. Алиса, назови число для Паши первого, как всегда тут. От 1 до 2. Что ты лысый, плаки-плаки. А? О! 2. 2. Это мой плаки-плаки, иди к своему. Ну что ж, а мы... Ай! Ты тихо, тихо, он бронированный, ты его не прибьешь. Давай, чуваки, перевоплощаться. A few minutes later. Ну а теперь, ребята, я зеленый Халк! Точнее, какой-то желтый, блин, да желтый! Я потом приболел! Коротышка, иди сюда! На! Я думал, я тебя так отшпинял! Ладно, чуваки, давайте проверим, кто круче тут, а паук или Халк? Смотрите, я могу прыгать, получается, оба! А Паша может что делать? Танцевать! Танцевать? Ну, у тебя есть, кстати, песик! Песик с веревкой, который можно сочетать за паутину! Ладно, раз, два, три! Погнали, танцор диско! Вперед! А чё такой медленный? Чуваки! Это не Халк, это бабка какая-то, переросток! Зеленая бабка! Короче, бабка, которая съела не ту картошку фри! Итак, раз, два, три! Погнали, Паша! Тут, короче, супергеройская меткость нужна! Как мне повезло! Чуть не упал, чуваки, чуть! Ау, не упал! В смысле? Это не считается! Это капец, чуваки! Смотрите, смотрите, как капец, как им трудно управлять! Так, опа! Так, ровно целимся, ровно! Опа! Ну это реально, это надо просто меткость иметь! 100%! Опа! Паша, вот ты... Эй! Куда? Он на синем уровне уже, чуваки! Ай-яй-яй! Я на синем, да, давай! Тихо, нет! Халк! Халк, повернись. Раз. Давай, Халк, пугай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Гоняй. Чуваки, да у Пашки что, паутина есть веревочная. Давай-давай. Паша, мне страшно. Как? Как ты это делаешь? Да просто прыгаю и все. Так можно упасть в дырку легко и просто. Коротышка, берегись. Здорово.
Здравствуйте! Здравствуйте! Давай! Давай, давай! Опа! Здравствуйте! Так, примерно главное, ребята! Нет! Шо? Чуть не упал! Прям на грани был! Давай, 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 давай! Опа! Опа! Я лук, все легко и просто! Камеру! Надо камеру отдалить! Камеру отдаляем! Раз, два, три! Опа! О, шо? Давай! Фух, прям на миллиметраже, ребята, на миллиметраже. Давай, кто падает, тот столько баллов и получает. Одна попытка. Нет! 21! Зачем я сказал? Ну как? Два... Все, у меня 21, здорово. Опа! Здорово, корова. Ты че? Отпустите, Халка. Погоди, так я может... Опа! Смотри, смотри. Ваша! Ваш, это ты меня засейвил, получается? Продолжаем! Получается, опа. Да, давай! Давай, давай, давай! Ну нет, по-честному будет реально 21. Я просто интересно мне посмотреть, откуда Паша долетит. 26, ну да, уже, мой. Человек-паук! Я буду снизу прыгать! А как? Как у тебя получается ровно приземляться? Ну я так. Просто нажимаю опа. Кнопки на клавиатуре. Я не могу! Я реально два раза... Опа! Что? Что? Я гиперпрыжок сделал! Паша! Гиперпрыжок! Ой, так, раз, не знаю, как ты его активировал! О! Чуваки, если бы я знал, я бы только так и прыгал. Ну давай, 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 Спайдермен. Аккуратно, гиперпрыжок, готов! Нет, ну как он это легко делает? Окей, окей. 35 баллов. Ну, кстати, это первая твоя машина. Ты машина, которая заработала 35 баллов. Машина. Тогда, чуваки, давайте считать баллы и узнавать сегодняшнего победителя. А так как сегодня, чуваки, Паша у нас был первым выборщиком машин, то первый называет баллы. У меня 230 баллов. Сколько? Это сколько так? Я думал, мы наравне. У меня 197 баллов. Ты понимаешь, какой победил отрыв? С гигантским отрывом. Да, отрыв гигантский. Ну что ж, поздравляю сегодня Плейзер с победой. Ну а на этом, чуваки, видос подходит к концу. Кому понравилось, того обязательно лайкос под видос. Мне будет безумно приятно. Ну и в комментах пишите еще супергеройские коллекции, которые мы можем протестировать. Ну а с вами был Джайл и Плейзин. Ссылка на Пашу будет в описании. Всем удачи, всем покедова. Всем пока, народ.